Всем привет! Воскресенье. Поехали покататься. Всем снова привет. Ну вот мы приехали на пруд, на наш, на Мотовилихинский. Жарище, солнце, плавают утки, летают чайки. Вот. О, чайки прямо плюхаются. Достань хлеб только. Да, слушай. Ой. Ты чего? Давай это голубям. Ой, смотри, какие они. Ага, чайки-то. Красивые. Но они очень дрочливые. Голубями молотятся. Кома собралась покормить голубей. Ну что, зацепить велосипед? Ну, как хочешь. Вон еще с воды тоже ловят. Короче, плесневелый хлеб. Ома, там вон еще голуби. Да им тоже. Вон там тоже голуби. А? Пахнет? Иди побулькай ножки. Сейчас я пойду Коме. Велики перетащим. Тут побудем, потом пруд обойдем вокруг. Туда, где это. Из куда он вытекает, речка. Тут пекарня. Зашли мы на пекарню. Купили булочек с курагой. Я одну съела, а Ома не хочет. Короче, жара. Мы разделись. Хотя 17 градусов пишет. Вот. Но я их сняла. Ну чё? Тёплая. Немножко переместились на другое место. Вот такой здесь вот берег. Ома. Птички, травка. Прёмся вот в такую гору высоченную пешком. В такой страшной горе. Жарко. Запыхались. Ну там уже. В общем, короче, гора крутейшая. Поднялись только на 1/5 еще. Так, пойдем не вон передыхать. Нет, тихонько. Это мы все время найдем самый трудный путь, ага. Ай, не могу. Чертовы горы-то там вот виднеются. Это вот кусочек. В общем, забрались мы не пойми куда. Идем робинзоним, места разведываем. Сейчас вот виднеется какой-то там, ну, наверное, вот поля или леса уже. Выйдем. Идем по какой-то дороге. Неизвестно какой. Посмотрим, куда выйдем.
Смотрите, как красиво цветет рябина. Я никогда так не видела красиво, чтобы было. О. Так, вот леса видны. Ой. Короче, все мотает, все. Так, вот дойти до конца. Что там интересное было? Улица там, вон там, там. О, лес. Так круто, лес. Спускаемся вот по такой лестнице. Обнаружили ее. Еще нам надо вот туда вот идти вниз, в самый. Вот туда. Итак, для тех, кто не знает, что такое жить на отрогах Уральских гор. Один тибун мы прошли. Вот гора, горище. Страшенная гора. Это она еще не вся, там поворот есть. И теперь смотрите, какая огромная еще впереди горище. И так вот, с горы на гору, с горы на гору. Прямых вообще мало отрезков пути. Кататься вообще невозможно. Че, пойдем посидим на стволке? Все, короче, ехать больше не могу. Иду пешком. Сил больше нет. Сейчас будет еще страшная гора. Ну вот мы и приехали. Вернулись без сил. Заходим домой.